Приветствую вас снова в игре. Так. Наконец-таки продолжим. Черт, спрятался. Ничего себе шатерчик. Снаружи был такой компактный, аккуратный, а тут... тут целые катакомбы просто. Так, я кого-то слышу. За чертовщина. Куда я попал? Прошу прощения. Мне аж горло прихватило от возмущения. Отведайте, как пламя. Thank you.
Проклятые клоуны. С детства их ненавижу. Что я вижу? Временная неуязвимость, крюк. Судя по всему, это для того, чтобы выбираться вот с нижнего этажа. Locked. Придется туда все-таки лезть. Ну ладно. Тогда лучше. Что-то где-то открылось. Наконец-то билетик. Как же я долго шел к нему. Что? Я про... Ох, нет. Я ухожу отсюда. Вот какого черта? Нельзя, неужели нельзя было перепрыгнуть этот проклятый забор? И не проделывать весь этот адский путь по катакомбам? Не понимаю.
нет смысла сражаться. Ladies and gentlemen, дамы и господа, в центральном круге мы представляем ослепительное зрелище, featuring a menacing of carnivorous creatures, formidable foes, and everlasting evil. В общем, вы можете прочитать. To the show. Welcome to the show. Повсюду лава, как я вижу. Сейчас буду использовать черные алмазы. Но это еще не все. Конечно же. О, нет. Зловещая музыка, одна из самых таких напряженных тем для боя. Но и это еще не все. Еще один раз. Третья стадия. Да. Готов. Четыре стали одним целым. Теперь скорее, пока еще есть время. Черный человек должен быть изгнан. Темная заря начнется, если новый бог посмотрит на вселенную и осознает ее собственную силу. Окончи с этим кошмаром немедленно и оставь это семя зла навечно бесплодным. Итак, последнее измерение ждет нас, измерение кошмара. Четыре воплощения стихий готовы вступить в бой, и нам предоставляется выбор. Кого же взять? Носящий звезду? Король чудовищ, небожитель, демон. Я знаю, что не очень пользуется вообще популярностью, в принципе, у меня это прохождение. Тем не менее, я небольшую, как это назвать, в общем, я предоставляю выбор вам, тем немногим избранным, кто смотрит прохождение этой замечательной олдскульной игры, где чистейший геймплей старой школы во всей красе раскрывается. Сейчас таких игр не делают. Так вот, я предоставляю выбор вам, я на этом завершаю серию. После того, как я ее выложу, не знаю, наверное, 2-3 дня, может быть, пройдет. После этой записи. Тем не менее, я дождусь ваших ответов в комментариях и, в принципе, возьму того, кого вы выберете. Я думаю сделать это следующим образом. Я напишу 4 комментария с названиями персонажей.
тот комментарий, который наберет больше пальцев вверх, то есть, соответственно, голосов, тот вариант я и выберу. Правда, надо мне еще понять, как мне сохраниться сейчас. Ну да, меню мне недоступно. Ну ладно, если что, еще раз сражусь с этим боссом. В общем, голосуйте за понравившегося персонажа. В принципе, все хороши, плохих нету. Я почему-то думаю, вы выберете демона. Но я могу и ошибаться. Труднее всего, я не знаю, кем мне труднее всего будет играть. Возможно, королем чудовищ, хотя... Ну, у него просто оружие ближнего боя слабее, чем у демона, носящего звезду. Я вообще обычно проходил либо носящим звезду, либо демоном. Но, тем не менее, выбор за вами. Увидимся и удачи вам.